Эмоции передаются от первого лица теми, кто поддерживает наших военных уже не один год. Певец Юрий Кононов с 2015-го ездит в Донбасс с концертами. Пишет песни. Последние про подвиг экипажа танка «Алёша». Собирает аншлаги. В залах уже подпевает. Мы можем только дать какую-то некую информацию, а люди уже принимают решение, нравится им это или нет. Но у людей есть совесть, она болит. Хочется, чтобы на концерт пришел молодой родитель со своими детьми и сказал: «Сынок, я хочу, чтобы ты был таким патриотом, как в песнях, предположим, у Юрия Кононова. Я не хочу делать свою славу на крыльях, так скажем, патриотизма, да? Мне хочется честной работы, хочется петь красивые песни, важные песни». И важно еще это тем, кто на передовой. Наши бойцы чувствуют, ради кого каждый день прорываются вперед под пулями врага.